Здравствуйте, дорогие единомышленники! Понимаю, как важны коллективная медитация, либо программирование коллективное, либо составление коллективной мощной мыслеформы, особенно сейчас, когда все так близко и так доступно для нас. Уже многие из вас, используя практики «Радужный мост» и «Кувырок в вечность», в состоянии будут посещать не только пятое, но и шестое, седьмое и восьмое измерения. Поэтому эти практики открывают вам многие возможности. И уже в комментариях вы же это и описываете сами. Вот здесь не нужно паниковать, не нужно сомневаться, получится, не получится, а делать и делать, снова и снова. Постоянно, как только у вас появляется свободная минута, делайте практики, потому что только тренировка и целенаправленное внимание открывает ваши способности и возможности. И по своему опыту скажу, что состояние просто волшебное после этих практик. Иногда, да, это получается более чувственно, а иногда менее чувственно, но это все равно получилось. Но ведь у вас в жизни все тоже так. Мы же живые люди, а не роботы. Краски и ритмы, и звучания, и волны все время разные, с особой характеристикой. Потому что состояния, в которых вы делаете, у вас тоже разные. Поэтому просто делаем без определений и требований от себя. Результат здесь не должен быть для вас значимым. Мы с вами не на Олимпийских играх, и золотая медаль нам не нужна. Я реализую свое творчество в коллективе единомышленников, и я очень рада, что вы есть. Да, мы все разные, но цели у нас первичные одни – выйти из состояния трехмерности и обрести мир и достойное проживание. По вашим просьбам, новое коллективное программирование, которое откроет многим и очень многим людям и двери, и окна во внутренних мирах, и свежий ветер ворвется в их сердца. Это и будет массовым пробуждением. Приглашаю. Опять же, приглашаю тех, кто хочет. Кто не хочет, не делайте. Все просто. Я, дочь Божья Лора, здесь и сейчас, в настоящем моменте, вместе с многочисленными единомышленниками, закрываю линию времени искусственного интеллекта 911, как для себя, так и для всех землян. И вместе с плеядами и дружественными цивилизациями я удаляю все ментальные слайды, которые перенаправляют мысли формы в сторону искусственного интеллекта. Здесь и сейчас я восстанавливаю свои воспоминания и истинную историю моего развития и развития всего человечества. Я получаю сейчас новые сигналы и восстанавливаю нейронные связи и многочисленные ассоциативные связи, восстанавливая свои воспоминания. Я желаю вспомнить галактическую историю через свои воспоминания. Я прошу дружественные цивилизации и плеяды и свое высшее Я наладить работу получения сигналов для воспоминания галактической истории для правильной интерпретации и правильного контекста без искажения ложной линии времени 911 искусственного интеллекта, с помощью которого нас обманывали и давали ложную историю. И стирали целые пласты памяти. Я освобождаю себя от ложных программ трехмерной матрицы и прошу освободить все человечество, которое было использовано
для подпитки программ искусственного интеллекта. Мы вместе в истинной истории нашей Вселенной, освобожденные от насилия и порабощения. Мыслеформа мощная, нас много, и уважаемые единомышленники, делаем глубокий вдох, и на выдохе свершилось. Человечество свободно от ложных линий 911, от программ искусственного интеллекта. С вами в освобождении от ложных линий времени 911 и программ искусственного интеллекта, что дает возможность видеть ясно и объединиться в свете любви. Лора.